Неужели он будет жрать этот фарш? Черт, что он делает? То ли он его нюхает, то ли он его жрет. Господи, черт, по-моему, он жрет. Он все это жрет. О, господи, ребята, не может быть, их двое. Их реально двое. Этого просто не может быть. Два повара-близнеца. Всем привет, ребята. С вами снова я, королева мистика. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, друзья. Сегодня я буду заказывать зелье на сайте Darknet вместе с вами. Ну а если вы хотите попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайтесь в комментарии и пишите самый клевый комментарий. И будете на их месте. Раз, два, три. О, это было три самых крутых комментария. И, друзья, давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков. И помните, больше лайков, чаще видео. Ну а мы, ребята, погнали заказывать зелье на сайте Darknet. Итак, друзья, мы с вами уже на сайте Darknet, то есть черный сайт. И прямо сейчас мы зайдем на главной странице. У них заставка Darknet. Это реально настоящий сайт Darknet, друзья. И мы заходим в раздел зелья. И сразу же нам предлагают зелье повара-близнецы. Блин, за 500 баксов. 500 баксов, 500 долларов, друзья. Это очень много. Это получается где-то около 40 тысяч рублей за зелье. Вы что, ребята? Просто обалдели. Ладно, давайте почитаем. Повара-близнецы довольно толстые и неуклюжие существа. Каждый из них носит белый халат, передник, колпак и коричневые ботинки. Их толстые лица с огромными языками скрывают маски, предположительно сделанные из кожи и костей. Вот это вот, да, друзья. Сразу такой попадос. Я знакома с этими героями, повара-близнецы. Они эти существа из игры «Страшные кошмарики», по-моему, как-то так называется. Или «Маленькие кошмарики». Страшные кошмарики. Маленькие кошмарики. Короче, друзья, не будем уходить далеко. Раз уж нам сам сайт Darknet кинул это зелье, прямо сейчас оплачиваем эту сумасшедшую crazy покупку. О, спасибо. Ура! Смотрите, ребята, оно реально как на картинке. Оно реально такое же, как на сайте. Я просто была в шоке. Неужели такое бывает? В общем, друзья, у нас зелье с сайта Darknet, которое мы сегодня выпьем в 3 часа ночи, в дьявольский час. В это время происходят сумасшедшие вещи, оживают игрушки и приходят разные монстры. Поэтому, друзья, мы именно в это время будем пить это зелье. Но перед началом мы с Димой, кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Суефимся с ним на то, кто будет пить это зелье. Три проигрыша, и, соответственно, тот человек выпивает зелье. Потому что мы с ним долго спорили, кто выпьет, я или он. Он мне говорит, я ему говорю. В общем, в итоге, давай, Дим, на Цуефа. Три проигрыша. Цуефа. Ничья. Цуефа. Ты проиграл. Цуефа. Ты проиграл. Ты два раза еще? А, ну смысл какой? Ну да, короче, Дима пьет зелье поваров-близнецов, как там склоняется. Короче, я не знаю, в принципе, что может произойти, но, скорее всего, на некоторое время, от 2 до 5-10 минут, Дима должен будет превратиться в этого маленького кошмарика, а может быть и большого, потому что реально этот повар огромный жердяй. Он скрывает свое уродливое лицо под маской повара. Он готовит отвратительную еду, просто которую невозможно есть. И сегодня он появится в нашем доме, в реальной жизни, в 3 часа ночи, друзья. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь и давайте соберем 10 тысяч лайков на это видео. Ну, погнали, Дима, давай. Я тебе даже открою, сейчас понюхаю. Ой. Видел даже какой-то дымочек. Дымочек. Угу. Гремучая смесь. И я предлагаю ее тебе выпить. Держи. Давайте, друзья, чтобы вы понимали, он это пьет. Отлично, 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 отлично. До дна, до дна, до дна. Все, 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 все. А, ну ладно, я пошутила. Ты что, реально все выпил? Посмотрите, друзья, реально он все выпил.
Гадость? Ну какой она вкусная, расскажи. Вот такая кисленькая, сладенькая. Как ты себя чувствуешь? Нет, она приятна, но когда она попадает в рот, она горчит. Ну она... ничего не пока не происходит, да можешь походить лучше. Там. Ну? Как ты себя чувствуешь-то? Куда пошел? Ой, что-то Дим. У меня плохо. Блин, вечно с этого зелья мутит. Ну иди, может, в туалет проблюсься. Дим, ты куда? Дима! Дим! Дима! Дим! Дим, открой! Черт, я не могу открыть! Ребята, я не могу открыть дверь! Черт. Что происходит? Дим, открой! Черт, ребята! Что это такое? Что это за фигня? Господи, что это? Это ключи, они висят невесомо просто! Ребята, разве такое бывает? Черт, там какой-то стук! Я не могу попасть внутрь! Дима, что происходит? Слушай, ребята, походу он уже начал перевоплощаться в этого повара-близнеца из этих кошмариков, маленьких кошмариков. Господи, черт, походу мне нужны эти ключи для того, чтобы открыть эту дверь. Но я боюсь даже туда не затрагиваться. Посмотрите, они просто висят там будто в невесомости. Черт, это просто нереально, ребята. Я не могу в это поверить. Черт, ладно. Короче, нам нельзя отступать, друзья. Берем эти ключи. Хорошо, но их так много. Так, ладно. Что сделать? Так. Дим! О, господи, ребят, вы это видите? О, черт, Дима превратился в этого повара из маленьких кошмариков. Слушайте, походу, он меня не видит. Что он делает, друзья? Он, походу, готовит, ребят, он реально готовит. Что это? О, черт, ребят, он реально такой стрёмный. Какой он страшный. Дима, что ты делаешь, господи? Он готовит какую-то отвратительную еду. Она все в какой-то крови. Он что, готовит из сырого мяса? Что он, господи, посмотрите на эту маску. Ой, его лицо под маской, посмотрите, как он жирный. Господи, что он делает? Он жарит картошку на каком-то сыром мясе. И что, он планирует это подавать прямо так? Ребята, посмотрите, это реально повар из красных, из маленьких кошмариков. Его коричневые ботинки. И он реально жирный, ребята. Посмотрите, сколько всего. Дим, когда ты это успел? Господи, что ты делаешь? Он просто готовит какую-то омерзительную еду. О, черт, о боже, нет, он сделал это. Он обтер свои руки об свой белоснежный халат. Неужели он собирается это подавать? А может быть, он хочет этим накормить меня? Ребята, это нереально просто. Что он делает? Господи, это же протухшее молоко. Он поливает, но нет, господи, ребята, черт! Посмотрите, что он делает. Он вылил протухшее молоко прямо в эту еду. Неужели он собирается этим накормить меня? Что он делает? Он разбивает яйца и поливает их прямо сверху. Черт! Господи, что он делает? Он прямо туда кинул. О, нет, что это? Он пилит фарш. Он пилит его реально пилой огромный. Черт, ребята. Господи, хорошо, что у меня. О, нет. Что происходит? Даже камера не справляется. Он готовит и не видит меня. Дима, что ты делаешь? Дима, успокойся, ребята. Я не знаю, что делать, потому что именно это зелье действует неизвестно сколько времени, от 2 до 10 минут. Но пока я буду ждать, он просто нафиг разнесет мою кухню. Что он делает? У него еще какое-то свое зелье, какая-то своя приправа. Зеленого, господи, это что, зеленка? Он зеленкой все это поливает. Неужели я должна буду это съесть, ребята? Походу, он это готовит для меня. Вы знаете, по игре вот этой маленькие кошмарики, там происходит то, что этот повар готовит, а потом какая-то злая тетка просто съест мою душу после того, как я отравлюсь этой едой. Он реально хочет меня этим накормить. Жирный повар, ты реально хочешь меня накормить этим? Ты вообще видишь меня? Господи, ребята, он никак не реагирует. Что мне делать? У него здесь есть даже гамбургеры. Господи, курица, что он делает? Что он делает? Что он хочет? Ему чего-то не хватает. Он что-то ищет, ребята. Господи, нереально. Там и так уже все нормально. Уже этим можно отравиться. Он опять берет яйца. Ты же уже клал туда яйца, господи. Он кидает все на пол. Он просто размазывает эту всю еду, ребята. Напишите прямо сейчас в комментариях, вы готовы съесть вот это? То, что сейчас мне, скорее всего, предстоит есть. Ой, господи, я не знаю, сколько ждать до того, чтобы Дима просто перевоплотился в себя. Надо что-то придумать. Черт, ребята, я думала, он не может, но он начал. Господи, он начал сам это жрать. О, черт, это просто невозможно. Это омерзительно, отвратительно. Он разнесет мою кухню, если я просто сейчас же ни что-то не сделаю. Ребята, не знаю, мне нужно как-то его поймать и связать.
черт, он отбивает фарш! Он отбивает фарш и все это жрет! Он начал говорить, я думала, что он не умеет говорить, а он рычит, что он делает. Неужели он будет жрать из этой миски? Неужели он будет жрать этот фарш? Черт, что он делает? То ли он его нюхает, то ли он его жрет. О, господи, черт, по-моему, он жрет. Он все это жрет. О, господи, ребята, не может быть, их двое, их реально двое. Этого просто не может быть. Два повара-близнеца. Посмотрите, это отвратительно. Но то, что он готовил мне, подождите, ребята. Слушайте, так что-то он еще решил туда положить. Какой-то бутерброд. Я так понимаю, что это мне? Это мне? Повар, ответь, это ты? Слушай, может быть, он сам это ест, а мне это не нужно есть, я не понимаю. Это для меня? Это еда для меня? Нет, он говорит, это не для меня. Ну, слава богу, черт, он уже разнес всю мою кухню, он решил просто сам пожрать. Это отвратительно, ребята, посмотрите. Господи, что, как обратно же? Дима может превратиться обратно, посмотрите, как он потолстел. Он стал просто жирный, отвратительный, и его страшное лицо скрывается за этой маской. Черт, что он делает, он берет курицу. Нет, 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 нет. Он всю ее испачкал сыром мясе. Это моя была курица. Черт. Ладно, ребята, нужно действовать быстрее, пока он не добрался до холодильника. Не ешь мой гамбургер, он был нормальным. О, черт, он сожрал мой гамбургер. Ребята, слушайте, пора. Пора уже все это заканчивать. У меня появилась тут идея. Смотрите, я сейчас вырублю его битой, залеплю ему рот скотчем и одену наручники. И надеюсь, что мой план сработает. Повар! Что-то он замолчал, ребята, что-то он притих. Что он делает? Повар! О, черт, посмотрите, как он разнес мою кухню. Что он делает? Что? Нет! Это была моя картошка-пюре, я ее готовила себе. Зачем ты ее съел? Черт, он просто разнес мою кухню в пух и прах. Так, все, ребята, пора с этим заканчивать. Повар! Раз, два, три! Скотчем рот. Так, отлично. Я одену на него наручники. Господи, эта жирная тварь упала прямо на наручники. О, черт. Он омерзительный и отвратительный. Так, короче, ребята, теперь осталось одеть наручники. О, черт, какой он тяжелый, жирный. О, жирный, жирный повар. Так, сейчас я одену ему наручники. Смотрите просто на его рожу. Кошмар. Такой ужасный и мерзкий. Так. А, раз. Черт. А. Так. Два. Фу. Ребята, все. Его руки крепко-накрепко пристегнуты наручниками. И я заклеила ему рот скотчем. Нужно подождать некоторое время, чтобы Дима обратно превратился в себя, друзья. Пока что я закрою этого повара здесь. Он еще не до конца разнес мою кухню. Я надеюсь, что Дима скоро вернется. Итак, друзья, прошло уже 10 минут, и никаких звуков нет. Я нашла ключ от наручников. Сейчас проверим, превратился ли Дима обратно в себя. Так, где этот ключ? Господи, только же что был здесь. Ах, вот он. Погнали, ребята. Дим. Фу. Слава. О, Дима. Черт. Сейчас я тебя. Сейчас сниму. О, прости. Прости. Почему я в наручниках? О, ты превратился в повара. Просто пипец. Посмотри, ты разнес всю кухню. Пух и прах. Вставай. Вставай. Посмотри, ты начал тут готовить просто эту отвратительную, омерзительную еду. Я ты жрал вот это. Чем-то отравился. Ты вот это жрал, я не знаю. Короче, стой, давай я тебе руки. Я отравил это зелье. Погоди. Понимаешь? Так, друзья, я наконец освободила Диму, но посмотрите. Этот повар разгромил всю кухню, посмотрите. Тут везде следы этой крови от мяса. Вот эту бурду, я не знаю, что теперь с ней делать ее. Это был реально нормальный фарш. Он просто его сюда отрезал целый кусок и бросил мне. Просто тошнит от этого вида. Короче, ребята, я надеюсь, что это сумасшедшее видео вам понравилось. Если вам нравятся такие видео, то переходите ко мне на канал. Там куча разных-разных страшных видосиков. И не забывайте, 10 000 лайков, подписка и колокольчик. С вами была я, Королева Мистики. До новых видео. Пока!